Мы довольны, если честно, и содержанием игры, и результатом. Ну, конечно, хотелось бы выиграть, тем более были неплохие моменты, чтобы забить. Но, к сожалению, реализация немножко хромала. Но самое главное, ребята все живы-здоровы, и так как у нас последняя игра была, соперник тоже такой, который будет выступать в Лиге чемпионов, достойный соперник. Так что, ну, и молодцы ребята, тоже все выложились. Ну, остальное посмотрим. Осталось 10 дней, чтобы к первой официальной игре готовиться уже в Москве уже. Соперник действительно серьезный, мы с ним дважды встречались за последние 3 года, и в тех встречах забивались 6 и 8 мячей соответственно. Вот сейчас 0-0, это что получается, Локомотив более строгой командой стал, может быть? Ну, не сказал бы, что строго, мы и они тоже хотели, тоже у них моменты были, но игра сложилась так, что никто не мог забить, хотя и у них были несколько моментов, и у наших игроков тоже были моменты, ну, так сложилось. В тех матчах, наверное, все моменты забивали, а сейчас, если забили бы все моменты, может, такой же счет был бы сейчас, чем пару лет назад, когда играли с ними.